В Могилеве на перекрестке Фатина и Мовчанского столкнулись Nissan и Шкода. За рулем перевертыша молодая девушка и три пассажира. Ведется следствие. Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый. Не смотрит по сторонам водитель «Жигулей». Еще чуть-чуть и быть ДТП. На микрорайоне «Спутник» по улице Пысина произошло ДТП с участием сразу нескольких авто. Белые машины просто стояли у обочины. Пользователь Алексей Романов прислал нам видеодоказательство того, что ездить нужно строго по полосам. Водитель красного автомобиля из крайней правой полосы едет прямо и получает справедливый удар от «Опеля». Жалко водителя «Астры». И вот подобная ситуация на Кирова. Поворот направо разрешен только с крайней полосы, а там очередь. Вот находятся и спецы, которые даже с третьей полосы умудряются проскочить направо. Эти в поликлиниках заходят просто спросить. Вот, а что делает? Присылайте свои фото и видео дорожных курьезов к нам в рубрику «Автомат». Наш адрес – рубрика «Автомат собака тут.бай».